Здравствуйте, дорогие мои приятели. Как сказала Лили Коллинз, моя слабость – это украшение. Комбинируя роскошь и повседневность, я создаю свой собственный стиль. Вот и я тоже своими украшениями часто создаю свой собственный стиль. И он у каждого должен быть действительно свой, индивидуальный, неповторимый. Ведь только так мы отличаемся из серой толпы людей, и только так мужчины могут обратить на нас внимание, потому что мы будем самыми оригинальными, самыми эксклюзивными. Но не только в украшениях, а, конечно же, в парфюмах. И поэтому, продолжая мысль Лили Коллинз, я начинаю свой ролик о красоте, парфюме и декоре. Начну я свой ролик, пожалуй, с очаровательного парфюма, за которым я очень долго гонялась. То средств не хватало, то внешний вид не устраивал. А виной всему моя память, как обычно, на мою ностальжи. Это духи Павасарис от латвийского парфюмерного комбината Дзинтерс. В переводе с латвийского Павасарис означает «весна». Действительно, в парфюме присутствуют первыми нотами идут цитрусы, ландыш, шпион, средними нотами роза жасмин и бобы тонко, и, конечно, в базе любимый мускус, ваниль и амбра. Понятно, что мы половину из этого не чувствуем, и я не чувствую сейчас, хотя аромат практически не испорчен, он сохранил свою былую красоту и стать. Но, тем не менее, как человек несведущий и не обладающий парфюмерным искусством, я слышу только здесь жасмин, ландыш и мускус. Это мое восприятие, детское восприятие весны. Также хочу, чтобы вы знали, Павасарис в переводе с латвийского значит весна. Но есть некая недоговоренность. Дело в том, что почему-то все или многие, скажем, называют его Милос Павасарис, что означает весна любви. И многие запомнили этот аромат именно как весна любви. Однако, изучив название, посмотрев в интернете, перекопав много страниц, я не нашла нигде Милос Павасарис. Я нашла только Павасарис. И везде на любых коробочках было написано только Павасарис. Поэтому, не знаю, может быть, это был набор когда-то, и он назывался с одеколоном вместе, допустим, духи одеколон, и он назывался Милос Павасарис, и многие женщины именно тогда запомнили, что это Милос Павасарис, как весна любви. Откуда этот толк, откуда этот перевод пошел, честно не знаю. До сих пор набираешь Павасарис, а выскакивает Милос Павасарис. И везде именно идет характеристика Милоса Павасариса. Но, еще раз повторяю, очень сложно, конечно, каждый раз произносить это название. В общем, называется он просто Павасарис и обозначает, переводится как весна. Просто вот так, весна. Дело в том, что еще хотела рассказать вам, сейчас буду заодно показывать коробочку, вот такая туба, обалденно красивая, ведь с детства я запомнила именно ее. Мы жили тогда в коммуналке, мама, папа и я, моей сестренки еще не было на свете, она, наверное, была только у родителей в планах, и помню, на полке всегда стояли именно вот эти духи, мои 70-е, мамины духи. Павасарис. Запомнила именно по коробочке. Не помню аромата. Точнее, не помнила аромата. Но помнила прекрасно вот такие зеленые лабиринты. На красивом поле для гольфа практически. С такой камеей из шикарного букета. Павасарис стоил по тем деньгам немало. 10 рублей. Относился к группе А. У меня, получается, духи 81-го года. Вот здесь вот есть, видите, такая печать. У Дзинтерс очень много шикарных духов. Но когда они ассоциируются с каким-то моментом жизни, или с какими-то событиями, или с каким-то человеком, то ты воспринимаешь все совсем по-другому. В коммуналке было очень тесно, и мама меня всегда отправляла гулять на улице, сама что-то готовила на общей кухне. А помню, коммуналка всегда была
как трамвайчик, такая длинная комната. Очень много, кстати, я помню с тех времен, и в частности, конечно, эти духи. Она отвозила меня в садик, и по дороге, когда мы с ней шли, я всегда чувствовала этот аромат. Я его так помнила долгие годы, а вот последние забыла. И когда я их наконец-то приобрела, сразу же быстренько села, я осталась одна, никого нет, так сказать, всех выгнала, чтобы просто самой сделать великолепное путешествие во времени. Нанесла на себя этот аромат и унеслась. Унеслась в те мои 70-е. Это здорово. Я сразу вспомнила этот аромат, я вспомнила запах мамы, запах любимой женщины. Да, мама – это не только любимая женщина для своего мужа, но и самая любимая женщина для своего ребенка. Сейчас он тоже на мне. Глаза красненькие у меня уже. Хочется, вдышу, нюхаю руку. Аромат стоит вокруг меня. Он немножко оглушает. Он абсолютно нелегкий, непрозрачный для меня. Это аромат насыщенный, первых цветов, которые только что вышли из серости, из земли, из снега, и они уже яркие, они видны, они кричат о себе, они слегка томные. Это вечерний для меня аромат, потому что днем он бы меня, наверное, душил, даже я бы сказала. А вечером, да, это упоение. Это упоение сладостное, тягучее, такое немножко смолистое. Я прекрасно чувствовала бы в них себя в зимнее время, хоть они называются весна, они действительно ассоциируют весну. Но я такой противоречивый, наверное, человек, хотя я уверена, что большинство со мной согласятся. Носить весну весной, ну, по меньшей мере, глупо. Мне кажется, что весной должно пахнуть тогда, когда ее не хватает. Это зима, это осень. Вот именно тогда не хватает этих вот немножко душистых, не немножко даже, а кричаще душистых, немножко дымных, немножко смолистых, переливающихся цветов, весенних цветов. Их и так мало, они такие маленькие, но они такие кричащие, такие манящие. Так что прошу любить и жаловать. Мое впечатление о Павасарисе. Винтажные духи сейчас они не выпускаются, не производятся, к сожалению. А жаль, ведь столько бы людей осчастливили, которые смогли бы вернуться туда, в прошлое, совершить, так сказать, путешествие во времени с помощью этого аромата. Ведь все-таки оно существует. Да-да, оно существует, путешествие во времени. Просто никто не знает, как его производить. А мы знаем, нам нужно просто взять в руки ту вещь, которая напоминает о прошлом. Или аромат. Но вы у меня умницы, вы все сами знаете. А мы переходим к следующему сюжету. О покупочках броши. И последнее, что мне хочется показать из своих покупочек броши, это брошь Деколь. Я уже как-то показывала вам броши Деколь производства Чехии, Чехословакии, вместе с клипсами. Вот они. Ну, так сказала, броши. Вообще-то была всего лишь одна брошь. Но задумка у меня была, что я обязательно, если буду встречать их, то также буду для коллекции приобретать броши одного рисунка, как я их называю. И прошло время, и я нашла очень-очень дешево, по приемлемой цене, аналогичный деколь. Сейчас покажу. Вот она, эта великолепная брошь. Такая большая, красивая. Замечательно будет смотреться под воротничком. Я думаю, что такие овальные броши как раз там ранее и носились. Сейчас покажу обратную сторону. Вот так выглядит оборотная сторона. Ничего рассказывать о ней не буду. В общем-то, я рассказывала в том видео. Если кому интересно, смотрите. Но вот этот вот рисунок на эмали очень завораживает, впечатляет и какой-то создает такой домашний-домашний, легкий и нежный уют. Композицию эмалевых брошей я дополнила винтажными духами, винтажным парфюмом
баттерфляй, бабочки. Вот такие великолепные духи с притертой крышечкой. Захотелось почему-то именно здесь их продемонстрировать. Ну что ж, мы теперь плавно подошли к вопросу о том, как я открываю коробочки духов, как я их храню. Для меня важно, я хочу сказать, красиво открыть, чтобы сохранить вот эту слюду, целлофановую пленку, потому что если духи мне не понравятся, то они будут храниться в моей коллекции в первозданном виде, так что, так сказать, комар носа не подточит. И будет ощущение, что действительно они полностью упакованы. Туда не будет проникать ни свет, ни влага. Все как положено, как они должны, как говорят, складское хранение. Так вот, все свои парфюмы я открываю одинаково. И очень бережно стараюсь хранить именно в слюде. Раньше я открывала сверху. Вот парфюм, например, у меня Кузнецкий мост, парфюмированная вода. Я открывала сверху. В настоящее время я открываю снизу. Почему? Потому что даже сверху может проникнуть влага. А когда снизу ставишь, то уже влага точно никакая не проникнет, потому что здесь все очень плотно соприкасается с какой-то поверхностью полки, например. Итак, что нужно сделать? Научилась я это у продавцов парфюмерно-косметических магазинов. Вот так нужно подуть сюда. Показываю. Вот простая вот такая, как вы видите, пленочка. Видите, как она соединена. Нам нужно вот сюда подуть горячим, так сказать, паром изо рта, чтобы ее открыть. Смотрите. Так, кстати, вот видите, она здесь все очень здорово держится. Начнем открывать, она разорвется. Чтобы не разорвалась. Когда дуете, потихонечку старайтесь открыть ее. Даже показываю поближе. Видите, одна пленка уже открыта. Вторую немножечко помочь только нужно. Ну что ж, открыта и вторая пленка. Вот таким образом открывается слюда, как ее называют. Будьте аккуратнее, боковые тоже моменты. Иначе вы ее порвете вдоль. Вот так, отлично. Все открыло. Все великолепно. Видите? Все открыто у меня. Все хорошо сделано. Теперь аккуратно достаем парфюм. Конечно же, проталкиваем коробочку, чтобы слюду выдавить. И освободить место нам для открывания. Как всегда, открываем. Здесь будет, естественно, все закрыто. Ну, нам же не составит труда вот так выставить аккуратненько. Сюда положу. И вот так достать парфюм. Конечно же, им попользоваться. Это у меня Кузнецкий мост вечерний. Очень интересный парфюм. О нем я вам могу потом рассказать. Не буду сейчас останавливаться. Пудровые ноты сразу чувствуются, прям сразу пудра пошла. Очень приятно. Он открыт, попользовались, закрыли и также убрали. Что нужно сделать, если вы хотите вообще на, не понравилось, на постоянное хранение поставить к себе, да? До лучших времен, так сказать, когда раскусите его, когда он насытится. Нужно просто элементарно также показываю. Упаковать все красиво, аккуратно, как это было. Естественно, постарайтесь, чтобы это было не сикость накось, не вверх тормашками, соблюдая пропорции и понятия. Вот так вот засовываем, закрываем и опять надвигаем целлофановую слюду, вот эту вот, целлофановую пленочку. Запаковываем по намеченным уже ранее изгибам
И потом кладем сюда чистый лист бумаги паровым утюгом. Постарайтесь прям буквально ребром закрыть это все, припарить. Вот так припарить. И у вас будет храниться очень долго этот парфюм. И никаких вмешательств с агрессивной внешней средой у него уже не будет. Уверяю вас, что он будет храниться больше, чем даже срок годности. Для коллекционера, мне кажется, это очень важно. Да не только для коллекционера. Знаю, что многие мошенники так пользуются. Вот так. Будьте аккуратнее. Это для мошенников говорю. Я раскрыла вашу тайну и всем рассказала. Приготовила уже утюг. Белой бумаги у меня не нашлось. Нашлась элементарная квитанция об оплате за квартиру. Да нам-то и нужен всего лишь белый край. Поэтому вот так соединяем все, как было. Накладываем белый лист. И ребром вот так проводим, пытаясь склеить. Проверяем. Ну что ж, практически все удачно, ничего не рассоединяется. Все склеилось очень аккуратно, как будто так и было. Ну что ж, я показала вам способ не просто длительного хранения парфюма в коробочке и в слюде, но и показала, как могут обманывать мошенники при продаже парфюмов. Будьте бдительны, мои дорогие, знайте все эти уловки и не попадайтесь на их удочку. Ну что ж, мои дорогие, на этом все. Надеюсь, что мы еще не раз с вами встретимся. И вы обязательно подпишитесь. Или, кто уже подписан, поставит обязательно лайк. Ну, замотивируйте меня еще снимать похожие ролики. Не только красивые, декоративные, но и познавательные. Рассчитываю на ближайшие встречи. Пока-пока. До новых встреч. С уважением, Ирина.